С вами Михаил Каменский. А вы знаете, что будет 1 апреля? Ну, обычно отмечают День смеха. День смеха, как я думаю, юмора. День смеха. 1 апреля для кого, с точки зрения вашей службы, будет радостным днем? Федеральная налоговая служба предлагает налогоплательщикам, у которых впервые возникло право на льготу в 2016 году, написать заявление с приложением копий документов, подтверждающих право на льготу, и принести это в налоговую службу.